долгих вам лет жизни, крепкого здоровья и благополучия. Если бы... Здоровья. Спасибо за все. Николай Гришанов – ветеран Великой Отечественной. Ему было всего 2 года, когда началась страшная война. Со слезами на глазах Николай Михайлович вспоминает время голода и узничества в нацистском концлагере. Корм хлеб наешь в марлю, и в рот запихнешь и молчал. А потом нас угнали. Я же больше как узник был-то. Не буду больше говорить. Супруги Николай и Лидия Гришановы вместе уже более 60 лет. Глава семьи всю жизнь трудился сварщиком, супруга – телеграфистом. Лишенные детства ветераны, испытавшие тяготы жизни, но судьбу не жалуются. Я привык не на кого надеяться, привык на свою, на свои руки и на все. На Бога надеяться, сам не плачь, а, как говорят, поговорка для чего сделана. Сегодня служба судебных приставов Одинцовского округа поздравила ветеранов с наступающим праздником – Днем Победы. Благодарственное письмо, цветы и инвалидное кресло для Лидии Михайловны. Внимательное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны – это наш общий священный долг. Приставы Одинцовского округа ежегодно навещают ветеранов Великой Отечественной. Здесь говорят уделить внимание, узнать о нуждах ветеранов и помочь им. Это то самое малое, что мы можем для них сделать. Лада Дудко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».